уважаемые зрители канала Катранган. Как всегда, рады приветствовать вас на нашем видеообзоре. И в данном видеообзоре мы расскажем вам вот о такой штуковине, которая называется такелажная пластина. Такелажная пластина – крайне необходимая вещь. Предназначена она для следующего. При помощи данной пластины можно организовать много полезных вещей. Например, в спортивном применении можно организовать станцию, подключив к ней, как, допустим, какое-то количество страховочных моментов. Вот. При строительном применении можно использовать данную пластину для организации какого-либо сложного полиспаста, то есть навесив сюда пару блоков в разной конфигурации, можно организовать целый полиспаст. Также применяется в спас-работах всевозможных, точно так же для спуска подъема пострадавшего путем создания полиспаста. Вот. Очень такая универсальная полезная вещь. Достаточно легкая, при этом выдерживает, я бы сказал, не слабые нагрузки. То есть 36 кН, я вот покажу вам, сертифицирована по европейскому стандарту и абсолютно соответствует заявленным прочностным характеристикам. Верхнее большое ухо позволяет стегивать порядка двух карабинов в это ухо и по одному карабину в каждое следующее. Вещь достаточно универсальная и всегда, скажем, вернее, не всегда нужна под рукой, но желательно. Она во многих моментах облегчит вам жизнь. В том месте, где, допустим, надо бить три крюка, достаточно зацепить на карабин на один крюк. Вот, и через эти вот отверстия, через карабины организовать уже всю последующую систему, которую вы планируете. Крайне, еще раз повторюсь, полезная вещь. Как и многие полезные вещи, можно найти в нашем магазине. Обращайтесь, звоните, подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч, уважаемые!